Сегодняшний вебинар посвящен знакомству с компанией Goldman Tech Incorporation, а также обзор тех перспектив в движении компании, которые нас всех ожидают в ближайшем будущем. Еще раз пройдем по шагам маркетинговой стратегии «Бизнес-лето 2018», которая нацелена на форум, который пройдет в сентябре в Турции. Я представлюсь. Меня зовут Зинаида Черепанова. Последние 20 лет в моей жизни были связаны с предпринимательством в традиционном бизнесе. Ну и также несколько последних лет занимаюсь изучением возможностей для надежных долгосрочных инвестиций. Сегодня многих людей разных возрастных категорий, разных сфер деятельности, живущих в разных странах, имеющих различные источники дохода, зарабатывающих так или иначе, волнуют одни и те же вопросы. Как сегодня с умом вложить деньги, чтобы их не потерять, а приумножить, и при этом еще иметь постоянный пассивный доход? Сейчас на рынке очень много предложений от различных компаний. И каждый потенциальный инвестор задумывается, насколько это выгодно, насколько это безопасно. Более года назад я открыла для себя компанию Goldman Tech Incorporation. У меня было достаточно времени, чтобы изучить ее, убедиться в ее надежности, увидеть долгосрочные инвестиционные перспективы. И сегодня я с удовольствием делюсь информацией об этой компании с друзьями и рекомендую ее для долгосрочной инвестиции. Goldman Tech Incorporation – это финансово-промышленная группа компаний в Республике Гвинея, реализующая полный цикл работы от привлечения инвестиций в золотодобывающую промышленность до реализации золота на рынке и выплаты дивидендам инвесторам. Почему выгодно сотрудничать с компанией Goldman Tech Incorporation? Компания GMT работает уже более 2 лет. У компании есть миссия. Компания стремится стать одной из лидирующих в сфере золотодобычи благодаря внедрению инновационной инвестиционной модели. Компания создает для большого количество людей в мире уникальную возможность инвестировать в промышленную золотодобычу, сохранять и приумножать вложенные средства, повышая тем самым свое благосостояние. На сегодня компании доверили свои средства уже более 9 тысяч инвесторов из 30 стран мира. Итак, по первому инвестиционному лоту выплачиваются дивиденды уже 16 месяцев, а по второму инвестиционному лоту 5 месяцев. Дивиденды компания выплачивает ежемесячно. Исключение составляют месяцы, связанные с приостановкой процесса добычи золота из-за сезона дождей. Но при этом компания обещает нам заявленную доходность в полном объеме. Так, в настоящий момент производственная база Гвинеи законсервирована до октября, и, соответственно, с ноября месяца выплаты дивидендов возобновятся. Какие же сильные стороны компании Goldman Tech Incorporation, позволяющие эффективно развиваться сейчас и которые позволят это делать в будущем? Это прежде всего легальность. Это легальный международный бизнес в сфере венчурного инвестирования в промышленную добычу золота. Именно в добычу золота, а не на спекуляции с золотом. И легальность компании подтверждает и раскрывает юридические правовая схема организации бизнеса. Первая ключевая компания – это непосредственно золотодобывающая компания Trustaka Gold Sarli, которая зарегистрирована и находится в Гвинее. Эту компанию организовал Игорь Юдин, который работает в Гвинее уже 6-й год. Компании принадлежат земельные участки, на которых ведется
добычи золота, там сконцентрированы все активы компании, именно техника, разрешительная документация, лицензии. Вторая ключевая компания – это компания Goldmine Tech Incorporation, управляющий траст, зарегистрированный в Сингапуре, имеющий юридическое право работать с инвестициями частных и юридических лиц и размещать их в золотодобычу. Goldmine Tech Incorporation является владельцем 40% акций золотодобывающей компании. И в рамках этой доли прибыли она и привлекает инвестиции, и обещает определенную доходность, и выплачивает дивиденды. Для реализации всего цикла работ имеются два финансовых агента, которые находятся в Европе и в Объединенных Арабских Эмиратах. Они помогают осуществлять финансовые операции, связанные закупкой техники, с реализацией золота. На сайте после регистрации вы можете ознакомиться со всеми документами, которые имеет компания. Это юридические документы о регистрации, о владении долей компании GMT, различные разрешительные документации, отчеты геологов, документы, связанные с процессом транспортировки и реализации золота. Очень важным моментом является государственная поддержка и выгодное расположение участков. Гвинея обладает одними из богатейших запасов рассыпного и рудного золота на африканском континенте. Основные залежи рассыпного золота находятся на небольшой глубине от полуметра до 5 метров и легко доступны для добычи. Упрощенная процедура получения лицензии, низкие налоги до 5% на добычу полезных ископаемых и финансовые льготы со стороны государства привлекают сюда многих зарубежных инвесторов. Также это и удобство транспортировки. Компания работает в очень удобном месте, что позволяет максимально быстро и эффективно реализовывать планы компании. Те участки, которыми владеет компания, находятся недалеко от крупнейшего в регионе города Сигири, префектуры Сигири. И недалеко находится ближайший аэропорт, 140 километров в городе Канкан. До него удобно очень добираться по магистральной трассе, ведущей в сторону соседней страны, в столицу Бамака. Также очень важным является экономическое обоснование проекта. В Республике Гвинея компания владеет 2 участками – 13 квадратных километров и 101 квадратный километр. И одновременно с добычей золота активно ведется и дальнейшая геологоразведка. И уже из подтвержденных запасов компания понимает, какой объем золота на сегодня есть, и, соответственно, исходя из этого, рассчитывает доходность на инвестиции. Запасы рассыпного золота на малом участке, 13 квадратных километров, компания оценивает в 11-13 тонн и с минимальным сроком добычи 5 лет. Участки компании граничат с такими гигантами, как английская САК и российская Нордголд, которые только в Гвинее добывают более 200 тысяч унций золота в год. Одной из сильных сторон является инновационная для отрасли модель инвестирования. Мелкому и среднему инвестору совершенно невозможно войти в сектор промышленной золотодобычи, ведь для разработки месторождений золота требуются инвестиции как минимум в несколько миллионов долларов. И Goldmine Tech Incorporation – одна из первых компаний, которая сегодня реализовывает инновационную для отрасли золотодобычи модель инвестирования. Это микроинвестирование. И компания имеет реальные шансы стать одной из крупнейшей золотодобывающей компании в мире.
Для инвесторов очень важное значение имеет юридическая прозрачность и юридическое закрепление отношений. Каждый инвестор в рамках инвестиционного лота первого, второго или третьего оформляет договор долевого участия в проекте в электронном виде или на бумаге с мокрыми печатями. Оба имеют равную юридическую силу. Как оформить такой договор, подробно разъяснено в вашем личном кабинете. Также это удачное время вхождения в бизнес. Компания Goldman Tech Incorporation работает третий год. И история показывает на примере других компаний, что те, кто инвестирует на этапе становления, тот получает наибольшие привилегии. Акции компании будут расти, и этот рост может составлять сотни процентов акций на торговых площадках. И повышение роста цены и доходность активов станет мощным инструментом в будущем. К моменту первичного размещения акций на фондовой бирже расчетная стоимость капитализация одного ассета, доли компании, составит $40 и будет полностью подкреплена 1 граммом золота. А после выхода на биржу рыночная стоимость одного ассета, в котором будет содержаться около 2400 акций, составит от 120 до $800. Сильной стороной является также то, что золото – это высоколиквидный продукт. И основным преимуществом инвестирования в добычу золота является высокий спрос на него. Так как золото характеризуется высоколиквидностью, а также тенденцией к постоянному росту цены на золото. В отличие от фиатных денег, золото прошло проверку временем и хранит свою ценность веками. Выделяют 4 основных сегмента потребления золота. Это ювелирная промышленность, медицина, частное инвестирование, спрос со стороны центральных банков различных государств и потребление в промышленных целях. Самый основной, сильной стороной, конечно, является эта профессиональная команда. Профессионалы, работающие в сфере добычи золота. Это команда, которая работает в Гвинее, и ее возглавляет Игорь Юдин. И команда профессионалов, работающая по привлечению инвесторов. Эту команду возглавляет Валентин Ковригин и Елена Калиниченко. И благодаря такому разделению компания эффективно двигается и достигает тех успехов, которые мы видим и ощущаем уже сегодня. Этот слайд сделан с ролика Валентина Ковригина из Гвинеи при закрытии консервации базы. Вы видите здесь вот Валентин Ковригин, это руководитель стратегического развития компании. А справа Игорь Юдин, который руководит непосредственно процессом добычи золота в Гвинее. Здесь внизу проходит встреча с местными руководством префектуры, ближайших деревень, представителями министерств и ведомств при закрытии сезона. А это снимки с высоты птичьего полета, нашей базы, техники. В проекте, продолжу, очень сильной стороной является также выгодная маркетинговая программа. Это эффективная программа, которая позволяет нашим партнерам иметь не только инвестиционный доход, а также зарабатывать активно при построении инвесторов. Объединять всех людей со всего мира и всех инвесторов нам помогает современная IT-платформа. Это простой, удобный сайт,
с удобным интерфейсом, функционирующим на нескольких языках, который имеет специализированные разделы для информационной поддержки, для работы с финансами. Сайт постоянно обновляется и улучшается и позволяет работать инвесторам более чем из 30 стран мира. Кроме этого, сильной стороной в проекте, естественно, являются это промоушены. Так прошел первый международный форум в Дубае. Многим посчастливилось быть там, видеть и общаться с основателями проекта. И это совпало с началом работы третьего инвестиционного блока в компании. Ну а впереди у нас второй международный форум, который должен пройти в конце сентября в Турции. И до этого грандиозного события осталось совсем немного времени. Компания Goldman Tech Incorporation работает и развивается поэтапно. Первый этап был связан с созданием самой золотодобывающей компании. И этот этап проходил за счет собственных средств учредителей. Второй этап связан с успешной реализацией первого и второго блока инвестиций, где привлекались средства частных инвесторов, и это позволило компании решить задачи, связанные с развитием и производством золотодобычи. И третий очень важный этап стартовал 24 декабря 2017 года, где был представлен новый инвестиционный инструмент Gold Stable Asset, который не имеет временных ограничений в получении дохода, в отличие от первого и второго блока. Был определен объем ассетов, доступных для продажи. Это 10 миллионов. И как вы уже знаете, с 9 июля изменилась стоимость одного ассета. Первоначальная стоимость была 2 доллара. Сейчас она составляет 6 долларов. И последний ассет компания продаст уже по цене 10 долларов. И этот исторический момент наступит совершенно скоро. Поэтому те, кто еще не решился, не затягивайте с этим решением. Ассеты у нас продаются пакетами. Количество их зависит от стоимости пакета и цены ассета. На сегодня есть 4 базовых пакета. Самый маленький пакет, демократичная цена которого 250 долларов. Ну и самый выгодный, конечно, с точки зрения, это пакет 10 500 долларов. Ну и особое место здесь занимает пакет HitPack, так как он дает нам возможность поездки на форум в Турцию. Но о нем я расскажу чуть позже поподробнее. Кроме этого, компания вводит специальные пакеты для промо-акций. Если вы еще в процессе принятия решения, то, поверьте, присоединиться к компании и стать ее акционером выгодно на любом этапе. Безусловно, чем раньше, тем привлекательнее инвестиционная выгода. А почему, мы чуть позже рассмотрим это на пакете HitPack. С 1 июня мы вступили в новый этап. Это переходный инвестиционный блок к пятому глобальному инвестиционному блоку, который будет подробно представлен на втором международном форуме в Турции, куда приедут инвесторы со всего мира. Переходный период этого лета призван придать новый импульс на будущее развитие и направлен на то, чтобы обеспечить значительный рост и развитие фонда GMT. Что нас ждет в будущем и каков взгляд на перспективы развития компании? За прошедшие несколько лет работы компания смогла создать и выведет уже до конца этого года производство золотодобычи на плановые объемы. Мы же, компания, получили колоссальный источник дохода с большими запасами и перспективами работы во времени. Нет ограниченных во времени инвестиционных блоков. Сегодня мы все, акционеры фонда, имеем базовую высокодоходную инвестицию в золотодобычу.
И первейшей серьезной глобальной задачей перед компанией это выход, является выход на IPO в 2021-2022 году. Для этого компания должна провести огромный комплекс подготовительных мероприятий по доведению компании до соответствующего уровня. Это юридическая и финансовая структуризация всего бизнеса по международным стандартам. И осуществление этих изменений будет способствовать эффективному и успешному IPO. Глобальная дорожная карта по развитию компании, которая представлена в проекте и которая будет подробно представлена на форуме в Турции, это план работы компании на десятилетие. Это видение базируется на опыте тех компаний, которые многие годы успешно работают и развиваются по соседству с золотодобывающей компанией Trostakko Gold Saarly, 40% акций, которые владеет наш инвестиционный фонд GMT. Но компания хочет развивать и новые инвестиционные направления, которые не были представлены ранее. Какие это направления? Это те направления, которые будут интересны инвесторам из любой точки мира. Это и недвижимость, как приобретение жилья для личного пользования, так и инвестирование в компании, предлагающие рентный доход с объектов недвижимости. Это социально ориентированные накопительные страховые программы с крупными участниками страхового рынка, которые помогут обеспечить человеку надежное будущее, независимое ни от экономических и политических потрясений. Также это новое направление инвестирования в рынок IT-технологий, в рынок криптовалют и финансовых инструментов, которые помогут интегрировать криптовалюты в сегодняшний традиционный финансовый рынок. Поэтому компания сформулировала концепцию комбинированных инвестиционных пакетов со своими уникальными особенностями и имея в основе базовое и фундаментальное направление золотодобычу. Но подробно обо всех этих новых направлениях мы узнаем уже совсем скоро на форуме в Турции. Все, что ждет нас в сентябре, будет началом новой вехи в развитии нашей компании. И обобщая скажу, на форуме в Турции будет более 1000 участников, будет объявлен новый блок глобального инвестирования, и будут объявлены новые направления перспективы развития фонда. А также будет проведена серия уникальных тренингов с таким известным и одним из самых востребованных и высокооплачиваемых бизнес-тренеров в Европе, как Смилен Мори, автор многочисленных мировых бестселлеров, один из лучших мотивационных ораторов в мире. Он ставит перед собой задачу научить нас стратегии продаж, технологии, программам лучших продавцов в мире и ведущих мировых лидеров MLM. Смилен Мори говорит, что он за 2 дня должен нас научить думать как лидер сетевого маркетинга, как маркетинговый миллионер. И поэтому задача номер один для каждого из нас – это возможность быть на форуме. И первый шаг к этому событию – это покупка личного пакета «Хитпак». На сегодняшний день цена этого пакета с точки зрения инвестиций остается выгодной, так как цена одного ассета в нем $5.40, что является ниже действующей на сегодня базовой цены $6 за один ассет. Что это дает? Это дает нам 833 ассета, это 833 инвестиционных доли, которые начнут приносить доход уже со следующего месяца. Это баллы 2000 CV, которые дают нам стандартный статус, а это возможность получать дополнительные маркетинговые доходы, реферальные бонусы, матчинг-бонусы. На этом слайде, так, загружается минуточку, сделаны расчеты будущей доходности в инвестицию пакета «Хитпак», исходя из его стоимости $4500 и наполнением 833 ассета. Это ассет-бонус, который выплачивается со следующего месяца, после месяца покупки. И размер
бонуса составляет 3,7%. На выплату по данному бонусу распределяется 10% оборота проекта, и продолжается он с момента покупки на следующем месяце до начала добычи золота. И на выплату этого бонуса не влияют сезонные дожди. Каждый может рассчитать в рамках этого бонуса, какую сумму он будет получать, возвращать в течение этих нескольких месяцев. Какую доходность даст этот пакет в будущем, когда по нему будут выплачиваться дивиденды? Исходя из стратегии развития компании на ближайшие 3 года, компания рассчитывает не только необходимый объем инвестиций, но также рассчитывает и будущий доход акционеров. Так, доходность одного ассета по итогам первого года – это $5 на один ассет. Поэтому каждый, кто приобрел пакет HitPack, помимо того, что поедет в Турцию на 7 дней, где получит полностью оплаченный отдых вплоть до перелета, получит доход $4215 на 833 ассета в первый год, которые будут выплачиваться ему ежемесячно. Кроме этого, эти средства на протяжении первых 3 лет будут распределяться следующим образом. 50% будет выплачиваться в виде дивидендов, а 50% будет идти на капитализацию вашего актива. А компании эти средства будут использоваться для расширения производства, обеспечивая ежегодный прирост прибыли для своих акционеров. Так, например, компания может поставить на одном участке несколько промывочных блоков. Так, вот и на примере следующего слайда можно увидеть, как это будет выглядеть практически. До конца года каждый, кто приобрел пакет, будет получать ассет-бонус до момента получения акционерного дохода. В первый год вы будете получать доход $4165 на 833 ассета, где ежемесячный доход составит $173,5, и такая же сумма будет капитализироваться. И исходя из роста доходности компании в первые 3 года, за счет увеличения добычи золота в среднем на 30% в год, на следующий год, учитывая прирост 30%, доходность ассета будет равна $6,5. И по году вы получите, значит, сумму $5415, где ежемесячный доход составит $225.60. И такая же сумма пойдет на капитализацию. И в третий год, учитывая прирост 30% к предыдущему, доход по году составит у вас $7080. И где ежемесячный доход будет равен $295, и такая же сумма будет капитализироваться. Но помимо этого дохода компания дает возможность еще получать и маркетинговый доход за счет участия в маркетинговых программах. Здесь уже каждый сам решает для себя, участвовать ли ему в высокодоходной маркетинговой программе фонда GMT или нет. Участие, активность в маркетинговой программе определяется маркетинговым статусом. Этот статус определяется личным объемом инвестиций и оценивается в CV. Это определенная бальная оценка инвестиционных пакетов. Чем дороже пакет, тем больше наполнение по CV, тем выше статус. На сегодня есть 3 статуса. Это базовый статус, где количество CV от 30 до 2000 от лично купленных или апгрейд пакетов. Стандартный статус от 2000 до 7000 CV. И расширенный статус, когда вы имеете 7000 CV и более от лично купленных или апгрейд пакетов.
что определяют, что дают нам эти статусы? Это определяют количество бизнес-центров в бинаре. При базовом это один бизнес-центр, при стандартном статусе 3 бизнес-центра и, соответственно, при расширенном 7 бизнес-центров. Это размер реферального бонуса. При базовом 5%, при стандартном статусе 10%, при расширенном 15%. И это сохранение CV в большой ветке, когда в конце недели закрывается квалификационный период по бинару и рассчитывается вознаграждение. Для базового статуса максимальный объем в неделю 5000 CV, для стандартного это ограничение в 50000 CV, а расширенный статус не имеет ограничений, так объем баллов большой ноги всегда суммируется. Следующий это бонус, это матчик бонус. Этот бонус получают те, кто активно строит свои команды. Это лидерский бонус. И условием для получения этого бонуса является наличие стандартного статуса по маркетингу, то есть объем ваших личных инвестиций в CV 2000 и более. А также это наличие ваших личных партнеров со стандартным статусом в первой линии. Дает вам дополнительный доход от их бинарного дохода. Если у вас в первой линии один партнер, вы получаете 5% от его бинарного чека. Если два, то уже 10% дополнительно со второго уровня. Если три партнера, еще дополнительно 10%. Четвертый уровень вам дает дополнительно 15% и также пятый уровень 15%. А шестой и седьмой уровень становятся доступными, когда ваш личный статус изменится на расширенный. И это позволит получать вам дополнительно 20% шестого уровня и 25% седьмого уровня. Какие шаги предлагает компания своим партнерам, особенно тем, кто недавно в бизнесе или не проявлял еще свою активность для движения в рамках маркетинговой стратегии, промо-акций к достижению своих финансовых целей и развитию фонда GMT в целом. Итак, шаг номер один – это личная покупка хитпака. Шаг номер два – если на протяжении квалификационной недели вы имеете в бинарных ветках по пакету хитпак, неважно на каком уровне, вы получаете разовый бонус $50. И этот бонус тоже не зависит от количества пакетов. Этот бонус может быть постоянным при активности вашей команды. Следующий шаг – это шаг номер три. Это промо-программа Summer Hit. Этот бонус за каждые 10 ваших лично приглашенных или же действующих партнеров первой линии, купивших пакет HitPack или пакет HitPack Plus. Здесь вы получите единоразово $2000. Это помимо реферального бонуса и всех остальных бонусов по бинару и другие, которые вы можете заработать при своей активности и активности вашей команды. И в общей сложности вы можете здесь заработать минимум $4500. Ну и это уже возврат ваших вложенных инвестиций. И в то же время это возможность увеличения вашей инвестиционной доходности, если эти же деньги вы вложите еще раз в покупку пакета. А также это возможность отдыха. И кроме этого, это ваша команда, с которой вы приедете на форум в Турцию. Это ваш фундамент ваших будущих доходов, потому что ваши личные партнеры, побывавшие на этом форуме, получат не только заряд энергии и знаний, но и желание двигаться к своим целям. Следующий шаг номер 4 – шаг для активных спонсоров. Если в одной из ваших личных структур по всему бинару есть 25 пакетов хитпак, то есть в одной ветке 25 хитпаков, а во всех остальных личных структурах есть суммарно еще 25 хитпак пакетов, то вы выполняете промо, которое названо Summer Super Hit Plus. И это дает вам единоразовую премию в $5000.
и это промежуточный шаг к следующему лидерскому. Так, минуточку, слайд. Достижению, это следующий шаг к достижению высшей ступени промо-акций этого лета. Это Summer Super Hit. Так, что-то у нас со слайдом. Это Summer Super Hit, это для лидеров, которые делают и продолжают делать огромную работу со своими личными структурами. Если в двух ваших личных структурах будет выполнен объем по 50 хит-паков, вы получаете бонус $20,000. А если у вас появится следующая, третья личная структура с объемом 50 хит-пак, то вы получите еще $10,000. И так за каждую последующую вашу личную ветку. Условием для поездки на форум в Турцию также подробно расписаны в ваших кабинетах условия. И этих условий, этих возможностей две. Через покупку личного пакета хит-пак или хит-пак плюс, или достижение квалификационных рангов. Какой бы вы путь ни выбрали, начинайте действовать уже сегодня. Те промо-акции, которые предложила нам компания, которые разобрали мы сегодня с точки зрения их выгодности, доходности и пошагового выполнения, должны помочь нам всем в достижении нашей цели – быть на мероприятии, быть с большой командой. И для того, чтобы правильно использовать все эти маркетинговые инструменты, компания подготовила обучающую программу «Бизнес-лето 18». Это специальный курс для партнеров GMT и лучшую онлайн-поддержку в сфере персональной работы с командами и лидерами в лице лучшего бизнес-тренера, коуча, практика с огромным опытом в MLM-бизнесе, автора уникальных книг и методик рекрутинга и построения структур Александра Бухтиярова. Прошло уже 10 занятий, посвященных рекрутингу, где подробно, пошагово освещается, как правильно подготовиться к первой встрече с вашим потенциальным партнером, как начать и как закончить, как работать с возражениями и много очень важных составляющих успеха, которые мы можем сразу применять на практике. Если мы хотим чему-то научиться, нужно серьезно осознать, что нам нужна новая информация, чтобы успешно вести свою маркетинговую деятельность, получать прибыль, развиваться. И завтра, в среду, 1 августа, в 17 часов по московскому времени, состоится уже 11-е занятие с Александром Бахтияровым. Также вы можете занятия посмотреть в записи в ваших личных кабинетах. А я на этом заканчиваю. Вы приходите на вебинар завтра сами, приглашайте ваших партнеров.